Я Василий Максим Сергеевич, служу инструктором разведывательно-поисковой группы Псковского управления ФСБ, пограничной службы. Мы 26 июля приехали резервом из 45 человек, старше которого был капитан Швед Сан Саныч. В течение буквально 3 дней нас активно разбирали, так сказать, ППВшки. Артиллерия, Баба-Яга, ну все, что есть, короче. Старший пограничного наряда Швед Сан Саныч предпринимал попытки как-то откатиться, звонил напрямую Суджу, это отдел, который курирует этот участок. Все сказали, что все нормально, если есть место, то еще типа держитесь, все будет, потом привезем вам ради. Связь была потеряна в дальнейшем, сначала были потеряны радиостанции, просто они не отвечали. Дальше сотовая связь, когда Баба-Яга как бы ударила. Оставалось тапики. Это был он снарядом со срочников, которые они сидели в плитах. В дальнейшем их тоже накрыли, Баба-Яга. Связь пропала. Где-то 6 числа с утра. 5, еще было темно, с 4 до 5 плотно работал по нам танк. Либо артиллерия, ну точно не могу определиться. Больше 30 пулеметов. И в данных условиях, ну, как бы мы спрятались все внизу, где было укрепление. Уже думали откатываться, отходить, потому что нас разобрали. И в это время услышали наверху стрельбу, обстрел позиций приблизительно. Ну, то есть они были просто как стрельба. Мы не поняли, думали, что это БК опять горит. В итоге это был заход на нашу позицию. А на тот момент уже Швед Сан Саныч погиб, это командир резерва. Он, его зацепило гранатой. И погиб еще один, Артем Кирсанов, прапорщик. Уже был тоже погибший. Поняли, что нас окружили, и мы просто уже сложили оружие и сказали, что мы сдаемся. Парни, большое им спасибо, не стали нас, как бы, ну, так сказать, добивать, потому что это уже все, наверное, все, что оставалось от нашего опорника, все люди. Плюс были срочники, было принято решение, что лучше сдаться, чем молодыми парнями рисковать или что-то еще делать.